Нам нужен наш родной язык, и мы должны приложить все усилия, чтобы его сохранить и передать следующим поколениям, так сказал Рустам Миниханов на торжественном собрании в честь Дня родного языка и 132-летия со дня рождения Габдуллы Тукая. Также сегодня президент наградил лауреатов Тукаевской премии. 6 ветеранов в этом году получат новые квартиры. Программа улучшения жилищных условий реализуется в республике с 2005 года. За 8 лет квартиры получили больше 6 тысяч участников Великой Отечественной войны. Новое жилье предоставляет Госжилфонд республики. Сменили камеру и микрофон на боевую форму и пожарный рукав. Сегодня журналисты ТНВ смогли почувствовать себя настоящими пожарными. Они провели целый день со спасателями. Собраться за 20 секунд, развернуть рукава, потушить очаг возгорания и подняться на высоту 17 метров.